Рок-н-ролл-шоу. Для девушки за 20 самое главное в жизни – выйти замуж до 30. Для женщины за 30 главное – выйти замуж до 40. Для женщины за 40 самое главное – сделать так, чтобы ее муж не женился на девушке за 20. Благодаря новой услуге «Свадьба за час» свадьба может длиться гораздо меньше, чем сама брачная ночь. Итак, случай в ЗАГСе. Здравствуйте, девушка. Это у вас тут регистрируют за час? Да, конечно. С кем вы хотите расписаться? Ну как с кем? С мужчиной. С каким мужчиной? Ну, раньше хотела с богатым и красивым. Потом просто с мужчиной. А сейчас просто расписаться. Это что? Паспорта? Расписывать? Женщина, ну, хотелось бы увидеть самого жениха. Ой, там не на что смотреть. Женщина, ну, мужчина обязан присутствовать. Ну, а нам надо. Слушать эти крики, визги, помогите, спасите. Люди, добрые. Зачем? Простите, а почему вы уверены, что он будет вести себя именно так? Да я знаю. Я же не первый раз мужика в ЗАГС привожу. Ах, женщина, ну по закону мужчина должен присутствовать. Но это обязательно должен быть хозяин паспорта. Это должен быть ваш мужчина. Просто присутствовать? Да. Сейчас. Добрый вечер. Ой. Здравствуйте. Распишите нас, пожалуйста. Шпили-вили, опять вы. Слушай, сколько раз я тебе говорил, моя фамилия Пилишвили. Ну какой же вы Пилишвили, если вы за неделю 7-й раз приходите? Хорошо, что она глухая, да? Понимаете, просто они все говорят, как одна. До свадьбы ни-ни. Вот, пожалуйста, расписывайте. Ну, у вас уже в паспорте чистых страниц нет. Слушай, обложка почти чистая. Давай на обложку. В этот прекрасный день два голубка связали свои узы. Если можно, побыстрее. Очень хочется. В этот прекрасный день два голубка. Вот еще быстрее, пожалуйста. Вы согласны? Да. Вы? Все? Спасибо. На завтра запишите 6 церемоний. А если повезет, то 7. Уа, любимая, пойдем. Ай. Это что? Ну вы сказали, мужчина должен присутствовать. Вот мужчина и присутствует. А почему он в тележке? Ну потому что свою судьбу я нашла в супермаркете между бакалеей и молочкой. И после того, что со мной сделал этот охранник, он просто обязан на мне жениться. Простите, а что он мог сделать с вами? Ну он назвал это обыском. А потом зашло все слишком далеко. А почему он без сознания? А к нему прилетела стрела Амура. Я прям вижу, какая тяжелая стрела у Амура. Я надеюсь, он хоть живой? Я тоже на это надеюсь. У меня ж первая брачная ночь. Девушка, давайте регистрируйте. Это мой последний шанс. Посмотрите на него. Он выглядит как последний шанс. Как его зовут? Зовут Евгений. Хорошо. В этот прекрасный день два голубка связали свои узы. Короче. С
Согласны ли вы, Марина, взять в мужья Евгения? А вы до сих пор не поняли? Да. Согласен ли вы, Евгений, взять в жены Марину? Женщина, это должен он сказать. Он? Да. Подождите, женщина, это он должен сказать своим голосом. Вы на ходу правила придумываете? Это по закону так надо. Ах, по закону. Жить хочешь? Да. Вот. Когда лодка по имени Евгений столкнулся с айсбергом по имени Марина. Еще короче. Женщина, ну это стандартная церемония. Я поняла, сокращу. Кто первый станет нарушник, тот и будет главой в семье. Ну давай, хозяин. Фамилию менять будете? Сейчас посмотрим. А, ну, Бог и фамилию дал. Морозов. Фу. Меняем на мою. Евгений Сисюлькин? Да. Я за фольбуляром. А пока суть до дела, первый танец молодых. Скоро будешь у меня дома. А? Женщина, опять вы? Что со мной? Последнее, что я помню, как я обыскивал вас в магазине. Я тоже это надолго запомню. Где я? Мы с тобой в ЗАГСе, мы с тобой расписываемся, начинается новая счастливая жизнь у тебя. Что? Что? В супермаркете, когда ты меня обыскивал, я почувствовала, как тебя распирает от чувств. Это рация. Ну не зли меня, малыш, но же я видела, как ты пялился на мою грудь, ну. Я думал, вы дыни украли. Ну за комплимент, конечно, спасибо. А вот вечером выберешь, какая тебе больше нравится, или медовая, или колхозница. Женщина, почему вы выбрали именно меня? Ну, потому что ты самый смелый. Когда запикала эта хрень, все охранники развернулись, а один ты не побоялся и смело шагнул мне навстречу. Да я первый день на работе. Захотелось выслужиться. А где мои наручники? Вот. Ночью будет сюрприз. Какой ночью? Я на работу. Сиди, я тебе сказала. Женщина, отпустите меня, пожалуйста. Ну зачем я вам такой нужен? Вон сколько красивых, здоровых мужиков. Нет. Лучше синица в руке, чем журавль в небе. А в моем случае подойдет и дятел в тележке. Но я нестабилен. Я буду вам изменять. Это последнее, что ты задумаешь сделать. Ну, поймите, насильно мил не будешь. Мял? Бью, значит, люблю. И любить буду. Ну, пожалуйста.
пожалуйста, на свадьбе должны быть свидетели. А их нет, их нет. Ты еще 5 минут повыпендриваешься, и тебе понадобится понятые, понял? Что, голубки, воркуете, да? Ну что, договорились? Да. Нет, не договорились. Я отказываюсь выходить замуж за эту женщину. Правильно говорить «жениться». Я знаю, как правильно говорить. И я отвечаю «нет, я не согласен». Девушка, скажите, а вы справки о смерти тоже выдаете? Ах так, в таком случае я буду вынужден применить оружие. Ты думаешь, я испугалась твоей вот этой щекоталки? Вы сами напросились. Ну давай! Это мощная штука. Давай! Ну все. Боже, какой дурачок. Я ж хотел официально, красиво, по закону. Господи, ну представляете? Ой. Ну ничего, придется жить во грехе.